Привет, друзья! Меня зовут Чоба Артем, и вы в моей студии Plastic Body. Сегодня мое видео будет записано на тему обучения. Да? Я думаю, что ни для кого не секрет, уже все знают о том, что у меня есть онлайн обучение. Вот, и большое количество людей интересуются, как же это, что же это, что там, какая информация, что человек приобретет за эти деньги и вообще, что же его ждет при покупке онлайн антицеллюлитного массажа или онлайн обучения Plastic Body. Понятное дело, помимо того, что я поделюсь с вами со своими навыками, своим огромным опытом, я научу вас правильным привычкам массажиста, я расскажу техники, я обучу многим подводным камням на тему антицеллюлитного либо методики Plastic Body. Я поделюсь всеми своими знаниями, которые вы не найдете ни в одних курсах, ни на одном обучении, ни на одном мастер-классе по массажу. И самое, что главное, что я хотел отметить в этом видео, о том, что я помогаю не только технике и методике обучения массажу антицеллюлитного или Plastic Body, я еще помогаю именно с продвижением бизнеса. Я обучаю как массаж, как бизнес, для того, чтобы любой человек мог тому, чему он научился продавать, чтобы он знал, где его продавать, как его продавать, где можно это все предложить, кому это можно все предложить. То есть фактически при покупке онлайн обучения вы получаете сопровождение, где вы сможете в любой день и в любое время задать мне вопрос, и, соответственно, получить на него ответ в любом мессенджере, где я всегда с вами на связи. Также вы можете, соответственно, со мной советоваться. Я даю кучу информации, где себя предлагать, как набираться больше опыта, где брать уверенность, где брать все вот эти навыки для того, чтобы продвигаться, расцветать как специалист, как массажист, как профессионал. И в таком случае точно вы будете понимать, что деньги, которые вы заплатили, это не деньги на ветер, это действительно вы приобрели для себя новую специальность и, соответственно, можете практиковать это в любой точке мира, потому что эта профессия всегда с вами, всегда у вас в кармане и вне зависимости, в каком городе, в какой стране вы находитесь, вы сможете это практиковать хотя бы изначально на близких, как подработка. Ну, а уже, соответственно, если у вас хорошее знание языка, то вы можете это использовать в любом мире, в любой стране. В общем, сможете всегда иметь себе на хлеб. Поэтому скорее спускайся под это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, соответственно, находи мой сайт, оставляй заявку на обучение, я точно свяжусь именно с тобой и, конечно же, расскажу все нюансы, тонкости и расскажу, как все можно организовать. Так что скорее действуй, всем пока-пока, до встречи в следующем видео и не забудь поставить лайк и подписаться. Пока-пока!